Друзья, всем привет! Вот сейчас птички поют. Лес жуткий такой. Сегодня у нас новый поиск снежного человека. Я нашел лес такой, наткнулся. Тут, короче, ужас творится. Что он тут натворил, делал это вообще. Короче, ребят, начинаем поиски. Ну, вернее, не так даже поиски, как съемка последствий его пребывания. Это очень жуткий лес. Шумит ветер. Там гнездо. Честно скажу, мне самому не очень приятно здесь находиться. Давайте посмотрим, что натворил Йети. Смотрите, березы. Здесь повсюду гнутые деревья. Это маркеры. Вон, смотрите, дерево сломал. И тут как следы. Я вижу как следы. И сейчас вот там я покажу вам тропу. Тоже странные какие-то следы. Сейчас давайте вот дерево посмотрим, как он сломал. Смотрите. Что творил, видать, злился. Это все те же вот леса, где мы в прошлый раз с вами были, только они как бы вот, ну, он один лес, он на такие секции разделен как-то. Там, допустим, березовая роща, вот эти вязы. И вот, видите, капец. Пакостит, пакостит. Так, ребят, вижу, знаете что, кору объедена. Повсюду согнутые вот так деревья. Повсюду вообще. Вот валяются, или дрова запасал. Вот кора объеденная. Вон поломанные. Смотрите, кора. Зимой они корой питаются. Вот все поломано, повалены. Капец. Вот валяется. Сейчас он там посмотрим. Так, вот здесь я вижу вообще все повалено. Вот. Тут все погнуто, смотрите. Как какая-то спал он, что ли, на них. Лежанка. Вообще, ребят, жесть. Пишите в комментариях, что вы думаете. Встречались вам такие леса? Я вам говорю, вон, есть у нас здесь. Вот. Здесь дорога, смотрите. И здесь следы. Как тропа идет. Вот гнутое деревья, дерево. Он, видимо, когда шел, его вот так вот лапой. Йети, ты тут? Покажись, если ты здесь. Леший. Его, ребят, по-разному называют. Леший, гамит. Вот. Птички щебечут, значит, скорее всего, его здесь сейчас нет. Потому что птицы сразу начинают паниковать, когда что-то появляется. Вот, смотрите, как согнуто, сломано. Вот. Слушайте, ребят, ветер какой. Да? Вот погнуто. Так. Здесь вот эти вот, я не пойму, кучки, они, смотрите, как собраны. Вот, вот ветки наломаны и собраны. Да уж, блин.
зеленеть начинают, листики появляться. Вот согнутая. Вот явно, видите, кора. Он пытался, видимо, как-то ее отодрать. Вон сломанные деревья. В общем, они повсюду здесь. Везде вот такое ощущение, что он в этом лесу зиму сидел там. И все ломал. Вот это вот. Вообще капец. Так, ребят, вот еще. Смотрите. Тут прям вот дорога. И он прям вот здесь все перешуршил. Переворошил. Уже заговариваюсь. Ветер дует, а в лесу тихо. Капец. Так, ну давайте вот еще посмотрим, куда. Туда по дороге немножко пройти. Но здесь то же самое. Тоже все переворошил. Все вообще. Это вот, смотрите, следы. И идут туда уже. Там вдоль леса дорога к дачам идет. Ну, дачи далеко. Не думайте, что они тут прям вот они, дачи. Это очень далеко, как бы. Если вы думаете, что люди. Вот он как шел, и вот по этой дорожке он туда шел. А что он там? Ребят, я понял. Там водоем, тот, который я показывал, мы его летом еще, я вам покажу его. И вот он туда шел, только зимой. Зимой-то зачем пить, он снег может есть. Значит, либо уже весной, непонятно. Здесь вот. Все, смотрите, с корнями рвал. Зачем он гнет их, я не пойму. Почему? Странно, ё-моё. Там капец. Нифига себе, тут шалаш. Едьте, ребят. Ё-моё. Смотрите. Нифига себе. Вот. Вот он прям строил их. Этот шалаш, то есть его. Кору ел здесь. Нифига себе. Вот, вот он туда дальше идет в чащу. Вот, видать, для детенышей делал. Из сухих деревьев. Офигеть. Ничего себе. Это самый натуральный шалаш. Вот это находочка сегодня. Грибы. Капец. Так, лучше не будем здесь долго находиться. Так, ну ладно, друзья. Я думаю, на сегодня хватит. Находки неплохие. Сразу можно сказать, шалаш нашли вот там. Надо отсюда выбираться, потому что ну его как бы нафиг. Посмотрели и хватит. Вон дерево валяется. Как бы шутки шутками, но это не шутки. Фиг его знает, блин. Может, он действительно здесь... Есть. Ну, я надеюсь на то, друзья, что он, как мне пишут часто, что он добрый, что он как бы на людей не нападает. И если случится с ним контакт, то со мной как бы ничего не случится. Вот давайте панорамку еще леса. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Колокольчик нажимать, у вас сразу будет уведомление приходить. Это как бы отдельная такая тема на канале, так сказать, для любителей вот таких роликов по поиску Йети. Ну и, естественно, перевал Дятлова. Поэтому, друзья, всем пока-пока. До новых встреч.